представляю вашему вниманию триггер модели MZ400T. Давайте сразу начнем и продемонстрирую вам, как она работает. Сейчас мы работаем с помощью педали. Также можно в автоматическом режиме. Теперь переналадимся на другой тип размер фары. Ставлю для того, чтобы было видно примерно, как поднимать. Сзади находится регулировка, точнее подача воздуха, пока я включу, для того, чтобы все сверить. Берем подставку, вернемся. Ну, пожалуйста. Также есть автоматический режим. Нажимаем его, счетчик начинает считать 5 секунд, ну или сколько выставить у меня 5. Дальше происходит заход. Как бы очень туго, с трудом, но открыто. Как видите, он дальше начинает закатывать. Он тоже. Ну и теперь крайний флакон, самый большой. Также тоже опять же лапку убираем. Воздух, чтобы свериться. Видите, без особых проблем, несложной переналадки, мы с вами закатываем совершенно разные флаконы. Спасибо, до свидания.